Телефонные мошенники не сдаются, а теперь злоумышленники звонят жителям региона, представляясь должностными лицами республиканской прокуратуры, и сообщают о том, что якобы на счета граждан преступным путем переведены денежные средства, похищенные у других лиц. Они требуют перевести денежные суммы на указанные счета под угрозой привлечения к уголовной ответственности. Прокуратура Дагестана официально заявляет, телефонные звонки с указанными требованиями являются действиями мошенников. При поступлении подобного рода звонков и сообщений необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы или в прокуратуру республики.